выпускники 4 классов 2017 года. Четвертый класс Б. Классный руководитель Лилия Владимировна
Внимание! Слово предоставляется директору школы Ларисе Викторовне Пешковой. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги, все гости нашего праздника. Я поздравляю всех с окончанием 2016-17 учебного года. И, конечно же, с успешным завершением обучения нашими выпускниками, выпускниками 4 и 4 Б классов на уровне начального общего образования. Закончился очень важный период, ребята, в вашей жизни. Вы теперь выпускники начальной школы. И с 1 сентября вы будете учиться в 5 классе. Начинается не менее интересная жизнь. У вас появятся новые предметы, вы познакомитесь с новыми учителями. Вы теперь сможете свободно перемещаться по всей школе. В вашем распоряжении теперь все коридоры, рекреации, кабинеты. Но только, конечно, перемещаться желательно шагом. У нас, конечно, пятиклассники, когда они вырываются на свободу, об этом знает вся школа и пытается сдерживать этих активных ребят. У вас появится возможность участвовать в более серьезных мероприятиях, поэтому будьте активными, будьте любознательными, будьте ответственными, целеустремленными, и успех не заставит себя ждать. А в преддверии летних каникул я желаю вам хорошо отдохнуть. У вас теперь в распоряжении все лето, потому что в этом году отменена летняя трудовая практика по разным причинам для учащихся пятых классов. Поэтому июнь, июль, август отдыхайте. Набирайтесь новых впечатлений, здоровья, заводите новых друзей. Обязательно занимайтесь математикой, обязательно занимайтесь русским языком. И обязательно прочтите все эти книги по списку, который выдаст вам Татьяна Николаевна и Лилия Владимировна. У нас списки уже готовы. Пожалуйста, родители, проконтролируйте, повесьте на видное место, обеспечьте детей всей художественной литературой, чтобы к 5 классу они пришли, конечно, уже подготовлены. Потому что лето – это не только время отдыха, но и время подготовки к серьезной работе в 5 классе. Поэтому я вас еще раз поздравляю, наши дорогие четвероклассники, и желаю вам успешной учебы в 5 классе. Добрый путь! Педагогов, он тоже наставник, который в мир открывает дороги этим послушным и умненьким детям, которые любят всех больше на свете. В школу 11! Мы закончили началку, подарите нам медаль. Круто ты попал в 5 класс, ты звезда. Начинай, давай, народ, развлекай. Круто ты попал в 5 класс, ты герой. Начинай, танцуй, бой, веселись. Здесь вокруг такие люди, хочешь смейся, хочешь плачь. Вот и торт лежит на блюде, и конфеты, и калач. Так торжественно на вечер маму с папой приглашал. Поздравляю всех сегодня, потому что я попал. Круто ты попал в 5 класс, ты звезда. Начинай, давай, народ, развлекай. Круто ты попал в 5 класс, ты герой. Начинай, танцуй, бой, веселись.
искателя. Любите поговорить с соседом. Гордятся болтливой половиной класса, то есть девочками. На контроле сидят, что листья шуршат. За эти 4 года вы съели 4 тонны булочек. Подросли на 2100 сантиметров. Потолстели на 135 килограммов. И теперь весим 3,5 тонны. Средний возраст 10 лет, а общий 590. Знак зодиака Девы. Класс был создан 1 сентября 2013 года. Любимый день недели – воскресенье. Любимое время года – лето. Любимая школа – 11. Так незаметно мы растем. 4 года мы в пути. Куда же дальше нам идти? Все вместе, дружно, в самый раз. Пора идти нам в 5 класс. В 5 класс, в 5 класс принимает школа нас. Yeah.
Коля, Иван и Сашка скачут ниндзя-черепашки. Что стояли так беспечно, мне ответила река.
бросаю, I don't talk. Идет любимый мой урок, я отвлекаться не хочу. Язык английский я учу. Англичане любят есть на уже пудинг, потому что пудинг очень вкусный блюдин. Тот, кто любит пудинг и часто ходит в гости, не бывает худинг, а бывает толстинг. Сейчас чтение. Задали сочинение на очень странную тему. Помоги придумать, а? Что же это за тема? Тамара Петровна сказала всем завтра принести в класс сочинение «Кровь из носу». Что ты говоришь? Сочинение на тему «Кровь из носу»? Чего только не придумаешь, чтобы вывести родителей из равновесия. Ну давай сюда страсть, сейчас что-нибудь придумаем. Действие второе. Это возмутительно! У директора должны что-то предпринять. Успокойтесь, Тамара Петровна. И расскажите, что вас так тревожило? Я не просто расскажу, я прочитаю сочинение Вовочки на тему «Кровь из носу». Однажды, в февральскую зимнюю пору, я из дома вышел, был жуткий мороз. Ко мне подошел наш сосед Мишка Ворон. И резко так слева бабах прямо в нос. И справа по глазу брызнули листья. Из носа, естественно, хлынула кровь. Но я вот достал весь свой рот и без списка пошел в магазин, чтобы купить там охот. Ясненько. Ходил, что называется, за морковкой. А чем вы, Тамара Петровна, недовольны? Сочинение
по теме, написано в стихах. Я думаю, его можно оценить как отличку. По какой теме? Кровь из носу, это, по-вашему, была тема сочинения? Ну, не знаю. Помнится, я сам присутствую на этом уроке и своими ушами слышу, как вы велели детям написать сочинение «Кровь из носу». Казалось бы, недавно мы были малышами, и в школу вошли мы в самый первый раз. 4 года пролетели, и мы взрослее стали, и позади остался уже 4-й класс. 4 года мы учили нас учиться, правильно сидеть и руку поднимать, как в коллективе жить, как с другом всем делиться. Учили нас считать, читать, писать. Нас впереди ждут новые науки. Не просто нам их будет одолеть. Нам в 5-м классе будет не до скуки и будет некогда совсем болеть. Ну а сегодня выпускной, наш праздник. Из малышей мы переходим в 3-й класс. Теперь мы многое достигли, и нам не стоит унывать.
учебник строгий, чертим, что на ум придет. На тетради и на карте, на доске и на стене, на портфеле и на парте, у соседа на спине. А учитель что надел? Слово он не проронил. Не вникнув в суть додел, сразу папе позвонил. Ах, какая вышла взбучка! Ах, какой был нагоняй! Это вряд ли способ лучше душу детскую понять. Чтоб быстрее над задачкой наши думали мозги, мы съедаем пачки жвачки, что вкуснее, чем пироги. Мы устали от учения. Ах, скорее бы выходной. Скоро всем конец мучениям. Мама, я хочу домой. Снова сцена из школьной жизни. Да что вы, никогда в жизни! Значит, на переменах дерешься с товарищем? Ни за что на свете! Я дома, как Дедушка Мороз на новогодней елке. Странно! За что же тебе тогда в последней твоей школе выдали такую ужасную характеристику? А есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки? Ну, есть один маленький. Вру я много. Максим ученым известнейшим стал. Ваня служил и уже генерал. Вика в Париже на конкурсе танцев сразила изяществом всех иностранцев. Андрей с Кириллом хозяева автопарка, только с бензином, как раньше, с запарка. Даниил в компании с Машей открыли заводище, как Уралмаш. Подумайте только, наша Ксюша, та, что скромнее была всех и тише, живет и работает здесь по соседству. Она врач в поликлинике детской. Четыре Насти идут к нам на гастроли. Играют в театре только первые роли. Богдан и Диана – звезды в шахматном мире, а клеток всего 64. Илюша – директор новой школы, уже возглавляет нам педсоветы. Алексей – заведующий библиотеки. А Яна – владелец аптеки. В институте работают Лера с Полиной. Помнят школьные все уловки. Они у студентов своих шпаргалки ликвидируют быстро и ловко. Саша с Олесей теперь стилисты. Делают модные стрижки артистам. Лиза с Кристиной теперь модельеры. Стараются для души и карьеры. А Миша, что тихий такой угрюмый, теперь депутат Государственной Думы. Пройдет лишь несколько лет, как придет весна, мы в ваших газетах прочтем имена. Мы все разные. Веселые и задорные. Послушные и не очень. Но вместе нам интересно. И после школы мы идем домой, где нас ждут наши любимые родители. Добрым мудрым советом направляете вы нас. Как уснеют ваши глаза, когда порой мы приносим плохую отметку. Какие искорки зажигаются, когда у нас все получается. Какое счастье, что у нас такие замечательные родители. О, вера наших матерей, вовек не знающая мира.
расцветает. У нас подрастающих детей. Ее как свет в грузовике, не вытравили, что на свете, ни единица в дневнике, ни злые жалобы соседи. Уж мама ведь такой народ, вздохнув, надолго взглядом смеет. Но ничего, пройдет, пройдет, и снова верит, верит, верит. Приглашаем наших родителей. Oh.
начало пути. Но самое главное все впереди. Мы младшие классы закончили с вами. Иначе путь в галактике знаний. Дорога большая нас ждет впереди. Без помощи вашей ее не пройти. Спасибо нашим учителям за то, что в пути помогали бы нам. Урманбаева Полина за отличные успехи в учебе. Награждается обучающийся 4 класса Анита Хлебов Кирилл за отличные успехи. Награждается обучающийся 4 Б класса Дремин Илья за отличные успехи. Награждается обучающийся 4 класса Б Махмуду Станислав за хорошую успеваемость. Награждается обучающийся 4 класса Тюмени Вдалина за хорошую. Награждается учащийся 4 класса Б Эвелин Платон за хорошую успеваемость. Награждается обучающий 4 класса Краснов Алексей за хорошую успеваемость. Награждается учащийся 4 класса Б Морозов Иван за хорошую успеваемость. Награждается обучающий 4 класса А Глушова Руслана за хорошую успеваемость. Награждается Хасанов Олег, обучающийся 4 класса Б, за хорошую успеваемость. Награждается Кузьменко Александр за хорошую успеваемость. Награждается Ешков Михаил за хорошую успеваемость. Награждается
Зайца Аверьянова и Елизавету за хорошую сливальницу. Награждается Акмолова Ангелина за хорошую успеваемость. Награждается Рябова Ольга за хорошую успеваемость. Награждается Романова Алена за хорошую успеваемость. Награждается Кольнова Анастасия за хорошую успеваемость. Награждается Таланова Олеся за хорошую успеваемость. Награждается Иванова Диана за хорошую успеваемость. Награждается Денисенко Анастасия за хорошую успеваемость. Награждается Деткина Александра за хорошую успеваемость. Награждается Млачкова Алина за активное участие в жизни класса школы. Награждается Демин Дмитрий за хорошую успеваемость. Максим за активное участие в жизни класса и школы. Награждается Байкина Амалия за активное участие в жизни класса. Награждается Никаноров Кирилл за активное участие в жизни класса и школы. Награждается Валетова Валерия за активное участие в жизни класса и школы. Награждается Сторонец Алексей за активное участие в жизни класса и школы. Награждается Харламова Ксения за активное участие в жизни класса и школы. Награждается Кудряшова Маргарита за активное участие в жизни класса и школы. Награждается Баклана Анастасия за активное участие в жизни класса и школы. Награждается Дубынина Анастасия за активное участие в жизни класса и школы. Поздравляю вас, ребята, что в пятом классе вы учились так же хорошо, так же активно участвовали в жизни школы. Ну а те, кто не получили сегодня грамоты за хорошую успеваемость, я думаю, что в пятом классе нужно это исправлять. Согласны? Согласны. Что-то как-то ответы я не услышала. Всю жизнь строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому нравится с утра, иди за солнцем следом, вот это пусть неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогой добра, иди за солнцем следом, вот это пусть неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Падения и взлеты, не знаю, когда судьба себя ведет, не как сестра, а если с другом худо, не уповай на чудо.
чему друг, всегда иди дорогою добра. А сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, устрой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Дорогою добра. Заходи в жизнь.